Страха в реальности нет. Страх живет в одном закоулке, в наших мыслях о будущем. Страх – это плод нашего воображения. Он заставляет нас бояться того, чего нет и, вероятно, не будет никогда. Это же чистое безумие. Ты только пойми меня правильно. Опасность – это реальный факт. Но страх – это твой выбор.